Это сим-карта Теле2 у меня с 2013 года. В этот дом мы с мужем переехали в 2020 году. До этого пользовалась этой сим-картой, никаких проблем не было. В 2022 году у меня была операция по замене коленного сустава. Я находилась дома, и передвижение было затруднено после операции. Мне было очень трудно, но так случилось, что рядом со мной никого не было. Ни детей, и муж в это время отлучился. Вот. Я хотела им дозвониться, прежде всего мужу, детям, и никто мне не ответил. Я не могла дозвониться по этой сим-карте. Вначале я попыталась позвонить оператору сотовой связи. Они мне сказали, они проверили и сказали, что номер они не блокировали мой. И предложили номер у ФСИНа, позвонить туда и узнать. Вот я позвонила туда. Они сказали тоже, что ответ был дан такой, что они тоже мой номер не блокировали. А дело в том, что я проживаю рядом с тюрьмой. Потом дети забили тревогу, приехали, но на это ушло время, конечно, волнений было достаточно.